Пошла жара. Так, всем здрасте. Сегодня меняем стеклопакет, только что приехал. Привет. Привет. Будем делать окно, трещину убирать. Маш, пошли. Мама, пойди. Да. Потом посмотрим. Я тебе включу в интернете. Я ненадолго. Пойдем. Пошли. Надо будет и второй снять стеклопакет, чтобы расклеить. Вот видите, рама поднимается. Для этого делать расклинку, чтобы здесь щели не было. Все, дверь работает отлично, верх у нас перекрывает. Не, все отлично, новое стекло. Наклеечки сдерете и помоете, и все будет отлично. Так, я то сейчас поставлю в старую раму, ну в транспортировочную. Все на опыте уже. Давайте я разверну трещину в другую сторону, чтобы ребенок вдруг не порезался. Так, он говорил, там петля еще одна дует. На кухне сейчас я посмотрю. Вековский.
Так, пошел, забрал уплотнитель остаток вековского. Сейчас буду менять на двери. Вот в этом углу дует с двери. Все, уплотнитель, вот он задубил и вылетел. Так, стул надо забрать. Так. Так. Все приклеили. Вековский уплотнитель широким пазом. Серьезно? Наши деньги. На, серьезно. Ты не верил. Он здесь запутался. Эх. Тут я сама больше люблю, когда он запутывается. Так. И вот ставим толстенький. Вот он разница. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Ну все, Юлия, до свидания. Спасибо вам большое. Евгению привет. Ага, хорошо. Покажите ему, там не дует. Ну он сам глянет. Я ему сказал, уплотнитель заменил, стекло тоже. Все, всего доброго. Проводка горела. Там так темно. Так, друзья, всем пока. Быстрая замена стекла. Такого еще ролика нет на канале. Вот будет, решил заснять.